сейчас попробуем сделать другой режим съемки тепловизором, чтобы можно было понимать, на что направлена точка, которая фиксирует температуру. Так, смотрим пол. Имеет температуру 21 градус, потолок 23 градуса. Температура поверхности стекла сейчас 19 градусов. В соседнем помещении теперь у нас также такие же температуры. При этом теплоноситель сейчас нагрет до температуры 42 градуса. Помещение очень комфортно. При этом все коммуникации спрятаны под потолком. Что позволяет освободить стены, пол и абсолютно на 100% задействовать все полезное пространство. Нагревает воздух, да. Воздух греется вторично, все верно. Но все равно благодаря тому, что...